Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А сегодня я хотел вам показать, немногие, наверное, заглядывали во внутренности индукционной плиты, как у нас, соответственно, устроена индукционная плита. В данном случае будет индукционная плита марки Kitford. Модель это КТ-108. Ранее я уже показывал, немножко рассказывал об этой плите, кто пропустил это видео, ссылка вверху экрана. Вот. А мы с вами давайте разберем одну из плит и заглянем, что же у нее внутри. Очень интересно. Поехали! Так, ну вот, друзья, мы с вами сняли крышку с индукционной плиты. И внутри мы с вами обнаруживаем, значит, соответственно, вентилятор охлаждения, катушку. Так, катушка у нас снимается. И под катушкой обнаруживается вот такая вот плата. Собственно говоря, это и есть мозги нашей индукционной плиты. Подается питание. Здесь по шлейфу идет кнопки управления самой плитой. Так, ну если снять катушку нашу, то получается вот такая картинка здесь. Такая вот плата внутри. Так. Угу. Ну и, соответственно, здесь платка управления вверх ногами не особо видно. Ну, вот такая вот простая достаточно конструкция. Ну, в общем, вот такой вот мой ответ на вопрос, как устроена внутри индукционная плита. Вот, в принципе, много пустого места. Никаких волшебных фиксиков, троллей или так далее, которые имеют какую-то волшебную силу, разогревают вашу кастрюлю, здесь нет. Ну вот такое вот коротенькое видео у нас получилось. Вам большое спасибо за просмотр. В конце, как всегда, напоминаю тем, кто еще не подписался на группы моего YouTube-канала в социальных сетях, сделать это можно по ссылкам в описании. Если вы приобретаете что-либо на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую, я и рекомендую. Ссылка на них будет в описании. Все, друзья, всем счастливо. Пока.